Не знаю, правда ли цыгане готовят говядину таким образом, но мясо получается вкуснейшее и нежнейшее. Кроме того, блюдо сочетает в себе и говядину, и достаточное количество овощей, как гарнир. Пока еще сезон овощей, то можете добавить свои любимые в это блюдо, это могут быть кубики кабачка или баклажана, ломтики картофеля, и даже кусочки тыквы, пробуйте. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Лук почистите и нарежьте кубиком. 2. Обжарьте с маслом до прозрачности. 3. Говядину помойте и нарежьте. 4. Добавьте к луку и обжарьте все вместе, затем добавьте вино и тушите на небольшом огне 1 час. Ставим лайк и подписываемся. 5. Все овощи почистите и удалите семена, нарежьте помидоры кубиком, чеснок, произвольно, перец, соломкой, а морковь натрите на терке. 6. Отправьте в сковороду, перемешайте и тушите еще 30 минут. 7. Грудинку нарежьте соломкой и добавьте в сковороду вместе с лавровым листом. 8. Тушите еще 15 минут и подавайте к столу. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Необходимые ингредиенты. Говядина 1 кг, лук репчатый 1 штука, морковь 2 штуки, помидор 2 штуки, перец болгарский 2 штуки, грудинка 100 грамм, вино сухое 1 стакан, масло оливковое 3 столовые ложки, соль по вкусу, перец по вкусу, базилик по вкусу, укроп по вкусу, лавровый лист 3 штуки, количество порций 4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Люблю вас, друзья, жду снова.